Продукты питания в России подорожают по итогам текущего года в среднем на 3-3,5%. Таковы данные Ассоциации компаний розничной торговли «Аккорд». При составлении прогноза учитывались показатели инфляции, расходы на производство товаров, изменения в регулировании и даже предновогодний ажиотаж. Предполагается, что заметнее всего вырастут цены на яйца и мясо птицы. Это связано с сезонным фактором. С наступлением осени растет стоимость кормов. А вот удорожание сахара могут спровоцировать рост себестоимости сырья, топлива, энергоресурсов и ряд других факторов. В то же время в «Аккорд» уверяют, что крупные торговые сети постараются максимально сдерживать подорожание продуктов на полках магазинов. В первую очередь это касается товаров первой необходимости.